если кому-то понадобится поздно вечером найти здесь таксомотор, проблемы могут возникнуть. Но сейчас, в общем, никто еще не едет, и шашечек не видно, зато бегут вперед футболисты «Шахтера» и окончательно хар... Такая пустота и страх в глазах главного тренера. Очередная ошибка. Занди Зам потерял мяч. Тайсон пробежал с ним, как он уже это делал многократно сегодня. Несколько десятков метров, сделал передачу, и Коваленко решил здесь мячом уже ни с кем не делиться. Нойштеттер пытался в подкате заблокировать этот гол, но не преуспел. Точный удар в ближний верхний угол. Еще раз отмечу, насколько хороша контратака донецкого «Шахтера» сегодня. Образцово-показательно. Хотя вот здесь, конечно, ну, может быть, ничто и не предвещало такой развязки.